говорят в нашем плену, говорят по-русски. Так зачем ваше правительство приняло закон об отказе от языка, на котором вы думаете? Вот против этих европейдиков мы и воюем. Так за нами русский мир. А за вами кто? Олигархи хотят в НАТО. Так давайте их туда и отправим. Все равно натовские инструктора смотрят на вас, как на потенциальных предателей. Вот и деньги они вкладывают в основном в частные батальоны Нацгвардии. Но Нацгвардия, понятно, воюет за деньги. Точно не за украинский народ. Вы славяне, поэтому вы русские. Русин – это русич иной. Русский – это русич из Киева. Киев – родина русских. Русская принадлежит русским, тем более Русь. Очистим Киев от воров. Русским Русь, домой вранье. Мы вместе.